необходимо передавать питание в школах и в больницах профессионалам, и их не должно быть много. В 2014 году на эти цели было истрачено в республике 4,5 миллиарда. Ну, да. Так похоже на правду. Да. Миллиарды, миллиарды, конечно же, да. Звучит это очень громко. Но койко-день-то одного больного, он не в миллиардах исчисляется. Менталитет нашего народа — прийти к больному человеку, принести что-то вкусное для него. Вкус штанас у нас. Да, такой. Не из-за того, что там плохо кормят. Но в идеале, наверное, конечно, каждый должен заниматься своим делом. Врач должен лечить, педагог должен учить. Лечебное питание и школьное питание, оно может быть качественным, и оно должно быть качественным, если этим займутся профессионалы.